В рамках реализации проекта «Детский спорт» активисты местного отделения «Единой России» поприветствовали участников турнира по самбо среди юношей в возрасте 14 лет и младше. Спортивное мероприятие, приуроченное ко Дню народного единства, было организовано Федерацией самбо Одинцовского округа. В турнире участвовали 192 спортсмена. Они представляли 16 команд из Московской, Новгородской, Ярославской областей и города Москвы. Все призеры были награждены медалями, грамотами и призами, а победителям вручили большие кубки.